Купить биткоин за 0 йен получилось у 7 трейдеров из-за сбоя на японской криптобирже ZAVE, который повлек за собой очередную государственную проверку. Как сообщает Reuters, в системе расчета возникла ошибка. Через 20 минут она была устранена, однако было проведено 7 транзакций. 6 из них были возвращены, а с 7-й вопрос пока не закрыт. Один из участников торгов попытался сначала бесплатно купить, а потом продать биткоины общей стоимостью 20 триллионов долларов. Криптовалютная биржа ZAVE находится в управлении корпорации Tech Bureau и входит в число 16 бирж, официально зарегистрированных правительством.